Всем привет, ребята! В этом видео рисуем небольшие рисунки по клеточкам. Миньона. Начнем светло-желтым фломастером. Рисуем 10 клеточек. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. На следующем ряду вверху рисуем 3, 1, 2, 3. Пропускаем 4 и снова рисуем 3. Дальше на следующем ряду вверху рисуем 2, 1 пропускаем, 4 рисуем, 1, 2, 3, 4. 1 пропускаем и снова рисуем 2. Следующий ряд. Рисуем 4, 2 пропускаем и снова 4. Дальше 3, 1, 2, 3, 4 пропускаем и снова 3. Теперь нам нужно пропустить 2 ряда и продолжить уже на третьем. На третьем ряду сверху рисуем 3, пропускаем 4 и снова 3. Как вот здесь вот. Теперь снова рисуем 3, только уже сместившись на одну клеточку вправо. Вот здесь вот пропускаем, считаем 3, пропускаем 2. И снова 3. И завершаем желтым цветом 6 клеточек по центру. 6 считаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Слева и справа пропущенная. Желтым нарисовали все клеточки. Теперь берем черный цвет. Для начала разукрасим аккуратно вот эти вот 4 клеточки и здесь, которые мы оставили не закрашенными. Теперь нам нужно вот здесь вот, где мы пропускали 2 ряда клеточек, 3 квадрата по 4. Начнем слева. 1, 2, 3. 4. Вот такой вот квадрат получается. Поменяю черный фломастер, а то этот совсем уже плохо пишет. Теперь вправо пропускаем 2 ряда и снова рисуем квадрат из 4 клеточек. Снова точно так же 2 ряда пропускаем и рисуем квадрат из 4 клеточек. Ну и теперь завершим рисунок серым фломастером. Нам нужно нарисовать еще несколько клеточек. Разукрашиваем вот эти две незакрашенные сверху. И 2 незакрашенные снизу. Теперь здесь около квадратов. 2 здесь и 2 здесь.
еще 4 клеточки по одной вокруг вот этого квадрата центрального. 1, 2, 3, 4. Получился вот такой вот интересный, несложный и небольшой рисунок по клеточкам. Новые зрители, подписывайтесь на LikeArt, рисуйте по клеточкам и до встречи в новых видео!